Доброе время суточек, вы на канале Анжелика Семерякова. Обеденная управка. Сейчас сено буду дергать коровам. Ребята, у нас все метет. Ни конца, ни края. Когда это уже закончится, не знаю. Кто-то мне, ребяточки, кто-то мне в комментариях писал, вот это поле засадить деревьями, чтобы не наметало. Это поле нам надо для коров. Для коров, для телят, потому что это поле выпасное. Мы не можем здесь засадить ничем. Мы наоборот стараемся, чтобы у нас посреди поля вообще ничего не росло. Если будет березой или ну что-то, если что-то будет расти, то веревки будут наматываться. Это нам нежелательно. Приготовила я сено на троих коров. Пошла чистить у курей, пока коровы лежат. А коровы уже не лежат. Они стоят, ждут. Видать, услышали мой голос. Воробьи одолели. В сарайку залетают. Все загадили, все. Где сидят, там гадят. У нас, мне аж прям это не нравится, аж бесит. Почистила я у кур. От сена труха сейчас посыплю здесь. Вот. Вон они, кучи куриные. А все, я им трухи накидала. Вот, гранул насыпала. В обед они только гранулы едят. Маленько-маленько дают. Водичку поменяла. Люблю, когда у курей чисто. Вообще люблю, когда сарайки чисто. Да, курочка? Вот отсюда я воду наливаю коровам. Здесь холодная, а здесь я разбавляю с теплой, с горячей. Мы им теплую воду даем. Не совсем теплую, но слегка, потому что все-таки отсюда идет вообще ледяная вода. Ну все, я воды налила им. Подстилку сделала. Почему мы стелим постель, ребят? Потому что они хоть не так мараются от своего говна. Мараются, спору нет. Ну что, хоть ляжки не такие уж грязные. Бывает и там нагадят, и лягут там. Но все равно. Хоть не так много хохоряшек. Конечно, есть. Вот хохоряшки есть. Но все равно спасает эту шкуру от говна. Бывает, конечно, и проснуться вообще, если собьют сено, и потом начнут гадить туда. Бывает проснуться такие, что мама, мамочки родные, спаси, помоги. Бывает даже летом на улице выводишь, стараешься смыть это все с них. Петухи вообще говорить не дают, растут. А их там много. Ой, это вообще... Надо убирать сейчас петухов. Продать не могу, надо хоть убрать их. Сейчас пойду сено девчонкам носить. И на этом здесь в сарайке все закончится. У меня петухи достали. У меня обеденная управка где-то в час укладывается. Вместе с тем, если я у курей чищу. Если у курей не чищу, то быстрее управлюсь. Сено дала. Конечно, они уже быстрее с кормушки все это выкидывать. Вот, всем троим. Ну, а сейчас повезу. А сейчас повезу навоз. Ребятки, большое вам спасибо, кто со мной был на управке. Благодарю вас. Всем мира, всем добра. Всем всего самого наилучшего. Обязательно ставьте лайки.